Всем хай-фай, меня зовут Ярослав Сумишевский, вы смотрите музыкальный интернет-проект «Народный махор», в котором мы ищем талантливых певцов, я бы сказал, даже самых крутых певцов. Сегодня мы находимся в городе Иркутске, в театре юного зрителя, в моей гримерке. Кстати, классная гримерка, здесь очень много талантливых лиц, портреты талантливых лиц находятся. И через некоторое время к нам придет еще один талантливый молодой человек, зовут его Владислав Ворожцов, он подавал заявку для участия в нашем проекте, с минуты на минуту он будет здесь. Владислав Ворожцов, 21 год, родом с сибирской деревни Качук, женат, воспитывает 3-летнего сына, закончил музыкальную школу по классу баян, работает певцом в ресторанах «Мираж» и «Мамини» в городе Иркутске. Вся жизнь Влада связана с творчеством, в детстве играл в команде КВН «Первачи», в армии принимал участие во всех концертах и пел в ансамбле «Крылатая гвардия». Признается, что очень любит свою семью и самым важным событием в жизни считает рождение сына. Мечтает найти хорошего педагога по вокалу, продюсера и стать известным певцом. 200 тысяч в случае победы вложит в покупку собственной квартиры. Владислав? Да, здравствуйте. Так, я тут сразу снимаю. Можно левую руку поздороваться? Как дела? Отлично. Нашел, быстро дал? Нет, не быстро. Нет? Я все время на малой сцене был, здесь ни разу не был. А, да? Так все серьезно, охрана. Надо же. Я думал, а не популярно зал здесь, да? Да, я не популярно сюда ходить. А, да. Я понял. Пойдем. Покажу, где мы будем петь сейчас на сцене. Как раз познакомлю тебя с сценой. Местного жителя, так сказать. За сценой. Так. Ну вот, смотри, вот здесь мы будем выступать с тобой, ну, в смысле, петь, запись будет. Давай определимся с репертуаром, какие песни сегодня будем петь с тобой. Так, дуэт, но я хочу спеть какую-нибудь вашу песню. Ага. А сольную хочу Джордж Гробан, ПРТ. Ага, отлично, все, договорились, поем эти песни. Только надо переодеться, я сейчас переоденусь, ладно? Ага. Ну, и мы начнем. Взял эти падали звезды пугливые. Осень нагрянула пряная, свежая. Женщина августа мною любимая. Я укрывал тебя лаской и нежностью. Пахла бессонница пихтовой веточкой. Был я той осенью словно стреноженный. Я тебя чувствовал каждою клеточкой. Женщина августа, боль невозможная. Виноват, виноват, учащается пульс. Я ушел на восход, подарил тебе грусть. На ресницах слеза, в горле горький комок. Так сложилось, увы, не сберег. Ты подарила мне цветь листопадную, хмель поцелуев и ветра дыхание. Под ноги бросила женщина августа вечность разлуки и миг ожидания. Но переменчивы звезды капризные, и не найти теперь нужного адреса. Ты же была моей маленькой пристанью, теплая, сладкая женщина августа. Виноват, виноват, учащается пульс. Я ушел на восход, подарил тебе грусть. На ресницах слеза, в горле горький комок. Так сложилось, увы, не сберег. Я хотел позабыть дорогие черты, не жалея сжигал за собою мосты. Время словно вода, не удержишь гости. Виноват, 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 прости. Прости.
виноват, виноват, учащается пульс. Я ушел на восход, подарил тебе грусть. На ресницах слеза, в горле горький комок. Так сложилось, увы, не сберег. Ну что ж, Владислав, вроде неплохо. Но это оценивать не мне, а нашим дорогим зрителям. Заходите на сайт mahor.ru и голосуйте за Владислава Ворожцова. Я ухожу с тебя, сольная песня. Удачи. Sento nell'aria profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti. Quella dolcezza così senza età, la tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto te. Per te vivrò, l'amore vince. Con te avrò mille giorni di felicità, mille notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre di te che tu andrai. Darò tutto l'amore che ho per te. Dimmi che tu già futuro lo sai, dimmi che questa non finirà mai. Senza di te non vuol esistere. Per te, per te vivrò, vincerà. Con te avrò mille giorni di felicità, mille notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre di te che tu andrai. Darà tutto l'amore che ho per te. Non ti vuol dirlo ormai, già lo sai. Che morirei senza di te. Darà tutto l'amore che ho.
что хочу сказать? Ничего не понял, ни одного слова, но песня красивая. Прозвучало очень здорово. Надеюсь, что нашим зрителям тоже понравится. Заходите обязательно на сайт mahor.ru, голосуйте за Владислава Ворожцова, и, возможно, он выиграет главный приз — 200 тысяч рублей. В случае победы знаешь, куда потратишь? Нет. Нет? Не думал. Не думал. Ну ладно, есть время подумать. А также будьте активными, самый активный из вас поедет отдыхать со мной, с нашей командой, на теплое море. И хочу сказать огромнейшее спасибо нашему спонсору, Елецкий пищевой комбинат. У вас самые вот такие консервы. Обязательно попробую, если еще не пробовал. Все, всем пока, до свидания, до новых встреч. Увидимся на следующей неделе.